Всем привет! Сегодня я буду делать очень-очень нежный и вкусный бисквит, который у нас будет с медом. Это медовый бисквит. Он получается нежным и абсолютно не похожим на привычный нам медовик. Он очень такой воздушный, очень в нем много пор. Вы сейчас сами это увидите. Он прям вот мягенький-мягенький, прям как облако. Вы должны просто его попробовать. Тимочка, как тебе тортик? Белого цвета. Да, как тебе он? Вкусный? Очень? Очень. Очень вкусный. Ну, кусай тогда. Ребенок явно оценил, и ему очень понравился такой тортик. Я думаю, и вам понравится, а делается он проще простого. Для начала мы возьмем мед, и его нужно подогреть, растопить немножечко, особенно если он у вас засахарился, и довести до горячего состояния, но не кипятить. Просто хорошенечко подогреть, чтобы появилась вот такая вот немножечко пенка. Теперь сюда к меду добавляю соду. Соду гасить ничем не нужно, если у вас качественный хороший мед, то он сам прекрасно гасит соду, появляется вот такая вот воздушная белая пена. Отставляем мед в сторону, чтобы он немножечко остыл до того, как мы его будем вводить в бисквит. И начинаем заниматься, собственно, самим бисквитом. Для бисквита отделяем белки от желтков. Желтки мы потом будем добавлять к меду, чтобы они еще больше остудили нашу массу. А белки мы начнем взбивать. Взбиваем белки вначале на средних оборотах и добавляем к ним щепотку соли. Увеличиваем немножечко скорость. После того, как появилась белая пена, добавляем постепенно сюда сахар. Добавили сахар, и взбиваются белки у нас до растворения сахара и получения пышной такой упругой массы. Уже слегка подостыла медовая масса. Теперь в нее можно вводить желтки. Ввожу желтки и быстренько перемешиваю. Они еще лучше остудят нашу массу, чтобы ее можно было вводить уже во взбитые белки. Хорошенечко перемешиваем, чтобы масса стала однородной. Посмотрите, вот взбиты мои белки. Они вот такой вот одной сплошной массой. Добавляю сюда мед с желтками и аккуратненько венчиком снизу вверх перемешиваю, либо просто ложкой. Немножечко. Мы дальше уже будем соединять эту массу с мукой. Вот немножечко. Миксером это уже не стоит делать, иначе масса опадет. Просеиваю сюда муку. В муку можно добавить немного разрыхлителя, но это по желанию. Не обязательно, не принципиально. Я добавляю где-то четверть чайной ложки разрыхлителя на всю эту массу. Она просто придает такие мелкие пузырики, чтобы получились не только большие и крупные пузыри, как нам даст сода. Перемешиваем муку с белковой массой снизу вверх ложкой либо лопаткой. Удобнее всего мне это делать ложкой. Посмотрите, какая вот воздушная масса получилась. Она абсолютно должна получиться не текучая. У меня такая масса никогда не выбегает из разъемного кольца. Никакой фольги вокруг, ничего не нужно. Я всегда таким образом делаю свои бисквиты. И, собственно, выкладываем нашу массу в разъемное кольцо. Кольцо у меня расставлено где-то 22-23 сантиметра. Получится высокий и пышный бисквит. Бисквит выпекается в духовке 180 градусов, духовка разогрета. Где-то около часа он печется, но лучше его попробовать на сухую шпажку, потому что он получается очень нежный и нужно дать ему стабилизироваться. В конце поставьте духовку на самый минимум и минут 10 дайте ему постоять еще в духовке, чтобы он у вас стабилизировался. Достаете бисквит с кольца и его нужно остудить. Хорошо это сделать на решетке. Если нет решетки, просто вот на досточку деревянную. Крем у меня будет самый простой, так как тортик это для, просто для чаепития. У меня здесь отвешенная сметана, она вот такая вот очень плотная получилась. Это у меня было где-то 650 грамм уже отвешенной сметаны. Это было изначально около килограмма сметаны неотвешенной. Можно использовать сливки, где-то 500-600 грамм сливок здесь будет достаточно. Для прослойки буду использовать еще консервированные персики. Персики нарезаю слайсиками. Они здесь будут вот в самый раз. Вот такие вот тоненькие, где-то по 3 миллиметра слайсики нарезаю. Мне понадобилось 5 половинок персиков. Маленькой банки, в принципе, будет достаточно. Посмотрите, какой высокий бисквит.
Он около 10, даже чуть больше сантиметров в высоту у меня получился. Его я буду разрезать на 4 коржа. Ну, точнее, верхнюю верхушку я срежу, и 3 довольно высоких коржа у меня останется для тортика. Он очень яркий такой внутри, красивый. Это просто, что съемка у меня уже вечером. А так он очень оранжевый. Чуть-чуть крема ставлю на низ, чтобы наш тортик не ездил по подложке. И укладываю нижний корж. На него выкладываю где-то четверть, чуть больше крема. И смазываю низ. Последующие коржи я смазываю кремом и снизу, и сверху. Я сейчас покажу, о чем я говорю. Крем сюда подходит любой, кроме шоколадных. Мне шоколадные с медовиком почему-то не идут. Раскладываю сюда персики. Сюда, конечно же, подойдут любые фрукты. И бананы, и апельсины, и какие-нибудь карамелизированные фрукты. И, конечно же, орехи сюда тоже подойдут, какие-то карамелизированные. Теперь на нижнюю часть следующего коржа ставлю четверть крема. Можно, конечно, выложить просто половину крема сразу на нижний корж и укладывать сразу верхний. Но я люблю, чтобы так тортик лучше пропитывается. И укладываю наверх. И повторяю так до следующего. Второй и третий коржи я хочу немножечко пропитать сиропом, который у меня из персиков. Буквально вот эти вот боковушки, которые всегда чуть-чуть вот не пропитываются кремом. И немножечко посерединке. Это не принципиально, потому что торт и без этого получается у нас очень-очень нежный. Повторяю все так со следующим коржом. Если у вас тортик идет под мастику, под крем для транспортировки, для заказов и тому подобное, его нужно будет поставить немножечко под пресс. Я под пресс его ставить не буду. Пресс небольшой, там килограмм 2 поставьте, чтобы он немножечко сел. Я не буду это делать, потому что у меня просто тортик чаю. Для верха я сделаю самый обычный крем-чиз. В этот раз у меня практически напополам оно с сыром. 150 грамм масла на 200 грамм сливочного сыра. Сыр любой берете, кремете, альмете, виолетте, вот любой, который вам нравится по вкусу, тот и выбираете. Взбиваю я вначале масло с сахарной пудрой где-то в районе 5 минут. Затем добавляю сюда сливочный сыр и на низких оборотах все перемешиваю до однородности. Получается вот такой вот белый воздушный крем. И довольно тонким слоем я им покрываю свой тортик вокруг. Можно уже начинать пить чай. Крем вот такой вот плотненький. Сверху сам тортик я посыпала, просто на терке потерла печенька. Или бисквит можно потереть. Просто что-то по-быстрому мне нужно было. Надо торт скусать. Надо торт скусать. Надо коричневого положить. Коричневого положить. Сейчас мама положит. Я тут хочу съесть. И хочу съесть тот. И хочу съесть его. Ребенок очень ждал этого тортика, помогал мне готовить. И я думаю, и вашим родным и близким такой тортик тоже придется по душе. С наступающими вас праздниками! Не забывайте, конечно же, поставить пальчики вверх. Старалась для вас. И с вами, как всегда, был Кекс. До новых встреч. Пока-пока.